Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Олуха. Ну что, Беззубик у меня прилетел, и что же он нам нашел? Всего лишь 7000 рыбы. Эх, вот это вот нужно мне яйцо, но что-то мне не везет с ним. Ребят, не везет. Ну что, отправим опять Беззубика на поиски. Рано или поздно я найду. Но зато, друзья мои, я нашел разнокрыло. Я уже даже его вывел. Сейчас я вам его покажу. Кто не видел? Так, пускай летит у нас Беззубик. А где же у нас этот разнокрыл? Вот он, друзья мои. Вот он, где находится, голубчик. А что это ты не обучаешься? А ну-ка, быстро учиться. Так, а мы с тобой будем сейчас забирать, наверное, наши награды, которые тут успели везде пособирать. Например, рыбу. Бревна. Слушай, а что ты сидишь-то? Ты давай ищи, ищи. Стоит он там, прохлаждается. И ты тоже бегом марш. Так, ты у нас постоишь пока на месте, потому что ты слабачок. Так, ты у нас за рыбой. За рыбой. Так, а ты? Почему ты так слабо приносишь мне? Я никак вот этого не могу понять. У тебя лучше всего идет поиск, да, древесины. И меньше всего ты приносишь. В чем проблема? Что с тобой не так, а? Дракоша, объясни мне. Не знаю, ребята, в чем загвоздка. Так, пускай этот рыбу ищет. Ага, оу, вот это вот крутой чувак, конечно, крутой. Столько мне приносит бревен. Так, секунду. Лесопилку. Тогда давай мы вот этого парня вернем обратно, потому что все равно от него мало толку вернуть. А вот этого, естественно, отправим, потому что он лучше всего ищет и больше всего приносит. Так, ну что, ребята, сегодня мы с вами построим еще одно жилище. Так, а тут-то у нас что? Новая способность. А-а-а. Гром или уникальный у нас с вами может теперь искать бревна. Причем ничего себе, он 22 тысячи бревен может искать мне. Серьезно? И, конечно же, злобный змеевик Грамгильда. Я их тоже, ребята, могу отправить на поиски, но я их обычно... Естественно, на приключения всегда отправляю. Пускай они летят. Они очень много мне там находят кое-чего. Так, давай-ка вот здесь, наверное, прокачаем. Новая способность. Какая у тебя способность-то новая? Я не понял, ни шиша. Не знаю, ребят. Пускай летит на поиски. Ну, а мы с тобой ставим домик. Да, восстановите дом забияки и задираки. Вот именно они мне нужны. Ну, что опять там нужно? Дом двойняшек готов, но вряд ли он долго простоит. Почему? В чем проблема-то опять? Эй, задирака, ты уже видишь звезды? Нет, может быть, ты слишком слабо бьешь? Да. В этом плане, что они друг друга перебьют быстрее, да? Так, а что им нужно? Дом построен, теперь получите барса и вепря в книге драконов. Зашибись. А вот этот барс и вепрь. То есть мне нужно 2000. Да вы издеваетесь. Там 1500, тут 2000. То есть домик построить — это самое меньшее, что я мог сделать, да, получается. У меня есть пак. Давай посмотрим с тобой бесплатно. Монеты Одина. Так, и что же нам здесь достанется? Так, дымодышащий душитель, крылатый ужас, ужасное чудовище и рыба. Бревна, руна и необычная морская звезда. Ух, какой классный. Ну, деньги, конечно, ребята. Просто через огромную трубу из тебя высасывают, если ты будешь здесь все покупать. Что у нас тут? Астрид, в последнюю нашу встречу драконий наездник сказал, что он не Драго. При этом он думал, что я один из прислужников Драго. Тогда у нас теперь есть две загадочные личности. Твой наездник и этот Драго. Они заодно? Он назвал Драго ужасным, так что вряд ли. И кажется, Грозокрыл — это дракон нашего наездника. Наконец-то что-то начало проясняться. У нас есть кое-какие зацепки, но их явно недостаточно. Вперед, Беззубик, нам нужны ответы. Поищите древоруба на утесе бесконечности. Это где такое? Ух... Поиск, древоруба, поиск, да? Ай, блин, а я же его отправил уже. Твою же налево. Древоруб — это хороший дракон. Мне нравится, ребята, как он особенно жарит огонечком. Мало не кажется, да?
Так, мы с тобой здесь можем открыть пак. Угу. Кошмарный пристиголов. Беззубик. Так, друзья мои, активируем пак. И, конечно же, будем сегодня зарабатывать еще один, а может быть даже два пака вождя. Так что, думаю, не стоит, да, откладывать это в долгий ящик. Будем сейчас приступать. Будем с тобой приступать и... Так, Громель. Ту-ту-ту-ту. Давай посмотрим, посмотрим, ребята. Вот, начнем, наверное, с Громеля. Начну именно с него. Так, что ты делаешь? На. Так, этот... Ай, бедный безуик. Получил еще и понижение, ребята. Понижение атаки. Это плохо. Так, успею я Громеля, интересно, сейчас забомбить? Ну, по идее, должен. Да, ребята, есть шанс у нас с вами. Ай, сейчас этот жвакнет. Бедный мой беззубик, а. Но я все-таки тоже... Фу, я же думал, не успеем. Успел, успел бомбануть. Так, ну что, теперь, наверное, будем вот с этого начинать, да? Станет, глушить, обезвреживать. Все, что можем, будем делать против него. На тебе хвостом. Правильно, так ему и надо. Понижение брони. Получи. Ага, ну эти слабачки мы видим, ребята, да? Этот слабачок сейчас у нас получит. Мы, во-первых, блокируем ему способности. Это во-первых. Ну, а во-вторых, просто элементарно начинаем его разбирать. Давай, глуши хвостом. Это мы любим. Дальше. Ага, добить не добьем. Ну, ничего страшного, вот сейчас добьем. Прекрасно. Ну что же, первый бой, как говорится, с победой нас, с почином. И мы с тобой получили еще пак. Конечно же, будем двигаться дальше. Угу. У нас есть еще с тобой одно местечко для пака. Поэтому сразу же будем приступать. Беззубика надо менять, ребята. Надо менять беззубика. Кстати, по-моему, я могу кого-то прокачать. Если я не ошибаюсь, надо было зайти мне, конечно же, в наш магазин по нашей прокачке и посмотреть там. Ох ты, смотри, какие у него тут дракончики-то, а? Начнем с этого, да, наверное, с тобой? Мне кажется, он слабее всего. Могу ошибаться. Так, тихо, тихо, что-то там собрался делать. Нет, 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 как ты накопил-то? Вот гаденыш что творит. Слушай, а почему у него такая инициатива большая? Эй, секундочку, блин. Я считаю это нечестным. Почему они ходят, извини, по три раза, а я... Ай, блин, он застаненный. Пропускает ход тупо, да? Ну все, сейчас вы довыпендриваетесь. Сейчас вы довыпендриваетесь. Так, у нас остается... Блин, в кого сейчас это прилетит? Вот водореза мне нежелательно, ребята, терять. Потому что водорез, ребята, нам очень нужен. Он будет блокировать способности. Но если, конечно, он выживет... В чем я уже немножечко сомневаюсь. Его добьют. Его, ребят, добьют. Добьют вот этот, наверное, нет, этот, скорее всего. Угу. Все-таки добил. Беззубик здесь, конечно, слабоват. Слабоват здесь против этого. Он сейчас будет станить. Так, ну у нас скорость повышенная. А что нам это... Ой-ой-ой-ой-ой. Что нам это повышенная скорость? Да абсолютно ничего она не даст нам. Так, что мы сейчас с тобой... Так, ну что, наверное, будем добивать. Надеюсь, не промахнемся. Шикарно. Ну что же. Так, делает супер удар. Скорее всего, да, поджарил. Ну, ребята, теперь мы с ним разберемся. Один на один. Естественно, мы с тобой здесь выиграем. Потому что мы будем станить. Плюс опять стан. На тебе. Так, дальше у нас удар. Что он там сможет сделать? Да ничего он против нас не сделает. Пробить у нас не пробьет. А вот мы его будем сейчас... О, добьем сейчас, скорее всего. На тебе. Отлично. Вот такие вот у нас, ребята, с вами баталии. Естественно, мы получаем 30 кубков и пак. И нам нужно еще с тобой 2 победы сделать, чтобы открыть первый пак вождя. Ну что, как ты видишь, у нас с тобой 6 побед из 10. Нам нужно еще 2 боя провести. Это в лучшем случае, если, конечно, они будут успешны, я имею в виду в плане победными.
Так, секунду, что я тут вижу? Кстати, вот этот дракон, по-моему, у меня тоже, ребята, уже открыт. Но не имеет прокачки пока. Так, сейчас я посмотрю, с кого начнем. Давай-ка вот с этого, наверное. Будем потихоньку именно с него начать. Ух, хорошо, мы так ему вляпали. Этот будет у нас первый, кто отдаст, как говорится, свою душу богу. Вот этот дракон будет первым. Ну что ты там задумался? Ох, ничего себе он влепил, ты видел? Вот это да, вот это беззубик ты, конечно, тут дал. Слушай, нам... Давай-ка, наверное, вот этого все-таки будем печатать. Громля. Будем печатать Громля. Он такой еще сильный сам по себе. Фиг его пробьешь. Ну, если... промахнулся. Промахнулся он, да, ребятушки? Так что... Тынь-тынь. Минимальный урон, потому что он, сами видите, ребята, да? С пониженной атакой. Смотри, какой он твердый, а? Его фиг пробьешь. Уклонение, а, сработало. Ты посмотри на него. Ну, естественно, нам с тобой беззубика нашего добьют. Это как пить дать, друзья мои. Но здесь, как говорится, кубки не важны. В отличие от черепашек ниндзя, да, здесь нам главное с тобой просто победить. Главная победа, и твои 30 кубков, как говорится, тебе придут с лихвой. Ну, вот это ты зря сделал, парень. Тоже он может, ребята, блокировать наши способности, как ты видел, да? Но мы-то еще можем ее оглушать, об этом не забываем. Пумс! Просто застанили. Теперь просто заблокируем ему способность. Он вообще у нас сейчас не будет выходить ни из стана, да, ни из чего-либо. Хотя у него очень быстро сходит дебаф. Очень быстро сходит. Что он там сделал? А, усилил себе броню. Вот он что сделал. Как-то мне с трудом верится, что это ему поможет. Ну-ка. На тебе. Оглушили. Снимаем ему усиление брони. Теперь вешаем понижение брони. И добиваем. Все легко и просто, друзья мои. Все легко и просто. Главное верить в себя и чтобы твои дракончики тебе слушались. Ну а мы уже имеем с тобой 2310 кубков. Плюс заработали немножко рыбы. Так, друзья мои, давайте-ка зайдем в мои драконы и посмотрим. Да, вот он, громобой. Могу ли я его улучшить? Могу. Он 5-го разряда. Так, вот у него, слушай, ну вот это тоже. Блин, а может быть нам взять вместо беззубика его? Что ты скажешь, а? По этому поводу. Так, нам нужно с тобой 24-й уровень получить. И Громели, по-моему, то же самое. А, нет, Громели могу улучшить. Какой-то разряд. Шестой. Шестой разряд Громели. А, у меня же еще пещерный скалотряс, ребята, открыт. Какого он уровня-то хоть? Информацию. Седьмой разряд? Упс. Слушай, так я теперь... кого бы лучше взять? Этого или вот этого? Давай попробуем с тобой для начала вот этого взять. Пещерный скалотряс чемпион. Просто, ребята, я ведь его видел, но драться за него не дрался. И у нас с тобой есть уникальная возможность лично за него подраться и посмотреть, насколько он хорош. Причем он сразу 7-го разряда дается. Ну что же. Так, уже интересно. Ну что, начнем, так сказать, веселье. Вот ты когда делаешь? Так, а что он делает у нас? Отнимай здоровье у дракона. Ух ты, двойной кузьку сделаешь. И это шикарно. Уклонение сработало. Молодец. Водорезик. Что вот этот подхалим достал уже, а? Лезет тут, понимаешь ли. Слушай, по-моему, одному дракону сейчас крышка. Просто распечатали, прикинь. Дай-ка я вот этого кусану. Слушай, а мне нравится этот... Ох, вот он как может. Блин, водореза, по-моему, меня сейчас уничтожат. Угу, уничтожили, друзья мои, водореза мне. К сожалению. Так, ну-ка, кусай. Шикарно просто, а. А, у него еще повышенная атака. Вот в чем проблема, ребята. Я думаю, как же он так мощно бомбит. Так он с повышением, видишь. Он с повышением. Так, у нас... Ох, просто ты серьезно? Ты вот сейчас это серьезно? Да, друзья мои, ну-ка.
Нет, нам выгоднее кусать. Нам, ребята, выгоднее его кусать, чем атаковать огнем. Ну, ты сам видел, да, сколько от укуса наносится урона и сколько от поджога. Фух, слушай, ну мне нравится этот дракон. Очень крут. Мы продолжаем. Ну что ж, друзья мои, вот и первый наш пак вождя, который я с удовольствием открываю. Шепот смерти. Ох ты, водорез. Все они могут прокачаться, ребята, но, по-моему, там нужен будет 24 уровень. Скорее всего так. Давай посмотрим, я не уверен, конечно, но... А, нет. Слушай, ну это же классно. Он у нас получает 7-й разряд. Это мой, ну, в данный момент любимый динозавр, точнее дракон, который хвостом бьет, вгоняет в стан. Так, душитель. Душитель, по-моему, ну да, с ним немножко сложнее. Водорез, а ты будешь улучшаться? Нет, он бы с удовольствием, но никак не получается у него, понимаешь? И то же самое касается, видимо, шепота смерти. Так и есть. И нашего вот этого вот ужасного чудовища. Блин, 24 уровень дракона нужен, а? Я ничего пока сделать не могу, друзья мои. Придется драться с тем, что есть. Поэтому поехали. Будем сейчас, ну, как всегда, воевать. Бомбиться. О-о-о-о, что у него там, смотри, как припасено, а? Против меня. Ну, давай посмотрим. С кого начать? Давай, наверное, с этого. Почему с него, ребят? Потому что он может вешать сало. Салин, смолчанку, называй это как хочешь. Ага. Плюс, а, поджог, знаешь, чем хорош? Я вспомнил, ребята, поджог нам нужен для того, чтобы мы могли... Чтобы мы могли с тобой повесить усиление атаки. Вот в этом случае поджог нужен. Так, в кого сейчас стан влетит? Ой-ой-ой-ой, мой водорезик бедный. Ну как же так-то, а? Водорез, не переживай, сейчас. Вот, смотри, мы делаем с тобой поджог. Видишь? У нас пошло усиление атаки. Вот после этого усиления атаки мы сейчас будем просто рвать их всех. Ты не веришь? А я тебе гарантию даю. Сейчас ты увидишь, что там сам. Ай-яй-яй, водорез. Он первый, ребята, мне уничтожил водореза. Ладно. Так, а мы теперь начинаем мстить. Начинаем мстить. Блин, вот этого надо уничтожить, в принципе-то, в первую очередь, потому что это станер, как ни крути. Станер. И он, если застанет... Попробуем. Раз, два. Вау, уничтожение тотальное. А теперь глушим. Глушим нашего оппонента. На тебе. Ну что-то там взгрустнул. Естественно, делаем поджог, чтобы усиление атаки. Глушим. На тебе. Кусь-кусь. Все, ему крышка. Вот так вот, ребята, расколол я стратегию, тактику, которая нам может, ну, в ближайшие бои очень сильно помогать. Так, 3000 рыбы. Нам нужно с тобой еще раз, два, три, четыре. Четыре поединка сделать. Я думаю, нам спешить, как говорится, некуда. И мы с тобой с удовольствием сделаем. Блин, получить бы мне еще карточку, а, ребята, на... Этого пещерного дракона, чтобы его прокачать на 8-ю ступень. Ну, там, наверное, потребуется, да, скажут, 24-й уровень, будьте добры. Кстати, вот это интересный тоже дракончик, да, смотри. Тихо, 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 ты что буянишь, а, малыш? Что ты буянишь, не понял. Так, давай-ка его, оп. Блин, уклонение у него, ты понимаешь, уклонение сработало. У нас тоже, кстати, уклонение. Что ты там делаешь? Ох, 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 это что такое? Да иди ты. Фига себе, ты понял? Усиление защиты и усиление атаки, ребята. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, минус один. Ладно, а что в наших целях, ребята? В наших целях, в планах даже, я бы сказал бы, станет блокировать. Сейчас, наверное, разберут мне вот этого динозавра, нет? Почему динозавры называют? Здесь это драконы. Так, попробуем заблокировать, ребята. Окей, получилось. Я бы не отказался бы от кусь-кусь и поджог. Точнее, вначале поджог, потом кусь-кусь. Вот так вот было бы лучше. Естественно, блин, уничтожил. Ты посмотри, а. Но мы, ребят, тоже мы уничтожаем дракона. Так, и теперь один на один. Во-первых, делаем поджог с тобой. Он сейчас сделает... А, нет, не стал. Я думал, сейчас сделает этот.
Супер баф себе. Почему-то не стал он этим заниматься. Нет, 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 парень, ты в курсе, что тебе это не поможет? Мой шипастый дракон просто рвет всех налево и направо. Так, продолжаем. Дайте древесину, дайте древесину. Во, спасибо. Ну что, еще два поединка. Два поединка всего лишь остается. И 2400 у нас кубков. А для следующей лиги, как ты видел, нужно 4000 кубков. То есть боевок нам еще тут. Ух. Воюй, хоть завоюйся, да? Так, опять ты. Блин, ребят, я теперь знаю, что вот этого надо в первую очередь уничтожать, потому что он делает офигенный баф на всю команду, причем. Повышение защиты, повышение атаки. Это как-то, я считаю, слишком имбово. Ну, так, мы его разберем в первую очередь с тобой. Да что вы все атакуете-то мне, а? Так, опа. И добиваем. Есть контакт. Ну, с этим, я думаю, будет попроще все. Да, с Громолем, с этим чудовищем. Хотя, подожди секунду, что там думает. Ай-яй-яй-яй, как же так-то? Ну, придется туда, парень, с тебя начинать. Твою ж налево. Вот я, честно говоря, не ожидал, что он именно так сделает, а? Блин, водорез, ты держись. Ты держись, родной, у меня, пожалуйста. Да иди ты, блин. Ну какое я, блин, уклонение, ребята? Ну какое нафиг уклонение сейчас могло быть? С чего, блин, вдруг уклонение? Этот не справится один. Они его замочат. Да, друзья мои, тем более, если будет... Ой, все. Все, тут все понятно. Ты еще атаку повысил себе. Н-н-н. Все, я не могу, ребята, ничего сделать. Я промахиваюсь. Вот это было глупо, тупо и нелепо. Не ожидал. Обидно немножечко. Ладно, фиг с ним, будем мстить. Ну что, ребятушки, давайте сделаем с вами последний бой. Главное, чтобы всех победить, чтобы получить нам с тобой 3 кубка. Не кубка, ребята, а 3 победы. Эх, теперь они оба у меня злыми врагами стоят. Ладно. Поехали. Приступим, так сказать. Ага. Повышение атаки. Блин, как вот он сбил меня, а, ребят? Вот как он сбил повышение атаки? Я вот этого не понимаю. Что творит? Блин, какой он тугой, а, в плане разбора. Ну что ты там опять придумал? Фиг тебе. Водорез не сдается. Ну что там опять... Так, тихо-тихо-тихо. 2 укуса сделаем. Нормуль. Что-то призадумался. Угу. Так, ну здесь, ребята, элементарно добиваем. Станем. На тебе. Что ты там прыгаешь, букашка? Что ты хочешь сделать? Блин. Так, погоди-ка, если я... Вот так лучше, наверное. Да какое, блин, уклонение? Вы задолбали меня со своим уклонением. Какого уклонения вы делаете, блин? С чего вдруг? Да иди ты! Что это за чувак такой, а? Не могу по нему попасть. Трындец, блин. Давай еще промахнись сейчас, а, водорез. Еще промахнись. Надо же, не промахнулся. Так, ну что, этот синий шитик у нас остался один. И мы с ним будем разбираться по-жесткому. Не выпускать его просто, ребята, из стана, из блокировки. Трындец. Вот это вот. Почему мы мажем? Я никак не могу понять. С чего вдруг-то? Почему у нас так слабо уклонение срабатывает? Ой, с нашей атаки. Мы постоянно мажем. Не знаю, почему такое происходит. Да-да, конечно, еще давай мне добей моего водорезика. Ну что, победа за нами. Мы с тобой сейчас забираем последний кубок вождя, вскрываем и смотрим, что у нас там еще с тобой не доделано. Вот он и, как говорится, наш пак. Смотрим. Ужасное чудовище, крылатый ужас, громобой, острозуб и сарделька. Все, друзья мои.
паки у нас с тобой полностью забиты. Но давай посмотрим, что у нас здесь остается. Так, по заданиям глянем. Так, поищите древоруба. Поиск. Наш еще беззубик не вернулся, елки-палки. Ладно, давай соберем все, что... А, кстати, у нас с тобой соточка бревен. Давай тогда подумаем, что мы можем с тобой улучшить. А улучшить мы сможем, наверное, с тобой... Ага, академку я не могу улучшить. Секунду. Здесь пока тоже ничего не могу улучшить. Да ну, быть такого не может. Я только и мечтал о древесине, чтобы хоть что-то улучшить. А сейчас у меня почему-то... Тогда давай отправлять всех на обучение. Да? Так, необходимо улучшить академию до 5 уровня. Странно. А, ну да. Чтобы прокачать следующий уровень. Он хочет, чтобы... Понял, понял, ребята, в чем проблема. Расширить академию. Да у меня не получится ее расширить элементарно. Сколько там требуется, ребят? Нам нужно еще 10 викингов. Для того, чтобы получить этих 10 викингов, нам... Нам нужно с тобой сделать что? Получить 5 драконов 24 уровня. Неплохо, да? 5 драконов 24 уровня. Это очень долго придется ждать. Очень долго. Так, давай посмотрим, что у нас тут. По заданиям. Ох ты. Так, забираем все, что у нас есть. Здесь и руны выпадают. Даже так. Погоди-ка, мы что-то с тобой не сделали. Примите участие в заданиях обороны Олуха. Так, только не говори, что у нас там откат или еще что-нибудь. Это мне не нужно. Нет, ребят, никакого отката. Можем спокойненько здесь участвовать. Так, кто-то мне сказал, бери с огнем, да? Ну, давай посмотрим с огнем. Если я возьму этот, наверное, не нужен нам. И, ну, давай вот этого, наверное, попробуем. Хотя, блин, фиг знает, может быть, с огнем не прокатит. Давай все-таки, наверное, с тобой возьмем одного дракона вот такого вот. К бою. Блин, да идите вы в баню, еще 2 часа ждать. Я уже думал, сейчас с тобой выпендримся. Выпендрились, конечно. Здесь нам, естественно, с тобой тоже ничего, да, не светит. Получить пока. Ну да. Абсолютно ничего нету, вот только вот здесь вот. Если бы была бы вот эта звезда, мы получили бы с тобой 41 тысячу бревен. Спрашивается, зачем мне сейчас бревна, если у меня своих целая куча. Да, единственный вариант, я вижу, ребята, только лишь прокачивать своих драконов. Кстати, дай-ка я посмотрю, что у нас там в ангаре вообще творится. Это кто у нас? Это жуткая жуть. А, вот у нас где, друзья мои, громобой стоит. Прячется, бедолага. Ускорить. Так, а это через 8 минут, да, закончит обучение? Это через 57 минут. Слушай, долго ждать. Вот этого, я думаю, наверное, нам надо как-то с тобой или отдать, или еще что-то с ним сделать. Как его вообще... Вот он, да? Отпустить. Да, я его хочу отпустить, ребята. Он все равно мне не нужен. Вот громобой я оставлю, потому что его у меня нету. А того можно было спокойненько отпустить. Как говорится, не боясь ни за что. В общем, наша с тобой сейчас ближайшая, так, повысить уровень на 3 ужасного чудовища. Это вот этого? И рад бы, и не могу, да, пока. В общем, в следующей серии... К следующей серии, я надеюсь, ребята, мы с вами... Так, пускай рыбу идет, собирает. Что-нибудь новенькое получим. А так заключается в сборе рун, друзья мои. 1500 рун нужно. И 2000, то есть в общем количестве 3500 рун, чтобы у нас появились с тобой новые приключения. Ну и, конечно же, прокачивать в ближайшее время драконов до 24 уровня. Причем 5 драконов, не одного, а 5. Да, так, и... ага, вот здесь чуть не пропустил. Так, победите свирепых драконов в схватке. Отправьте беззубика в путешествие. Так, получите предметы, получите в схватке трофей 500. Чуть-чуть не хватает, да? 100 конфет получим. И вот эти вот паки. Паки, нам нужны, ребята, паки. Редкие драконы, очень много материалов. В общем, все самое вкусное и лучшее, что
есть в этой игре, должно быть у нас. Ну, а на этом я, пожалуй, буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!